В минувшие выходные, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в 5 регионах России прошел турнир по функциональному многоборью. В общей сложности в нем приняли участие порядка 350 человек. Турнир направлен на популяризацию функционального многоборья и на создание условий для привлечения людей разного возраста и разного уровня подготовки к регулярным занятиям спортом. Главную площадку турнира развернули в подмосковном Красногорске. Помимо спортивной площадки, там организовали специальную экспозицию инженерно-саперных войск. Победу в Красногорске одержал Андрей Ганин, один из ведущих представителей российского кроссфита. Турнир был организован спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» в рамках движения «Быть здоровым – это модно». Всего лишь участвуют 5 регионов. Я надеюсь, что Министерство спорта поможет и в следующем году география увеличится. А для них это просто будет опыт на будущее. Здесь многие даже пришли не сколько выигрывать, а сколько показать себя или посмотреть, насколько ты способен. То есть для себя. Это здорово. Плюс, опять же, я говорю, каждый из них – это пропаганда здорового образа жизни. На них смотрят дети. Это тоже здорово. То есть каждый отсюда все равно вынесет свое. Кто-то медаль, а кто-то просто прекрасное настроение, да, и то, что он прошел эту дистанцию, он это сделал.